Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в нашем 5-м по счету сезоне. И добро пожаловать, фиг его знает, вроде в 17-ю серию. Я уже, если честно, немного позабыл. Но все же, в этом видео есть небольшие изменения, которые я для вас приготовил. Но в первую очередь нам нужно хотя бы вот того Басяндру зафигачить, где он. Давайте. У меня крылья сейчас, да. А то что-то я как он там называется? Джетпак. Да. Очкую одевать немного. Еще опять убьемся раза 10. Но все же. Так, ща. Старай, нужно старавию эту прокачать. Она не очень так хочет эволюционировать. И плюс к тому Гюардоса, но. Твою мать, ладно. Лучше бы не Гюардоса, а кого-то другого. И что-то в камбуске она вообще так нормальных никогда не было и нету. Все, что у него есть, это Эмбер. А Эмбер, если честно, не очень. Так, ладно, давайте еще сейчас. О, нифига себе, норм. Опа, норм. Так, ладно. Ладно. Давайте, наверное, сразу покушаем, а то сейчас опять куда-то стукнемся и убьемся. А то у нас пол жизни и все. А хотя нет, как стукнемся, у нас же есть крылья, точно. Во-первых, ребята, то, что у нас. Я досадил тут уже все деревья, то есть тут у нас уже растет 1, 2, 3, 6. Тут, по идее, должно быть 9, да, то есть это еще не выросло, и 10. 10 сливовых деревьев. Давайте сейчас быстренько вот это все соберем, потому что еда нам нужна. В принципе, ее, если у нас нормально есть. Если честно, оно ее у нас нормально есть, но все же лишняя еда никогда не помешает. Отлично. То есть, смотрите. Выбегаем с нашего дома, идем налево. Тут у нас сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6 деревьев. То есть фруктовый яблочный сад, можно как-то так сказать. То есть мы сюда забегаем, собираем себе яблоки и убегаем. А потом, давайте сначала соберем. Ну, в принципе, потом отсюда мы выбегаем и можем забежать туда и там собрать себе сливы. То есть уже какое-то разнообразие. Не будем мы только питаться одними яблоками. Ох ты, зараза. И не будем мы питаться только одними... одними чем там, например. Яблоками, картошкой и вот этим. И морковкой, да? А так уже есть какое-то разнообразие, то есть мы уже и сливки себе можем сделать. А чё, он убежал, то есть мы его не убили или что? Чё-то не понял. Опа. То есть у нас уже и сливки есть, и мы уже можем ими даже питаться. Так. Ай, зараза. Так, ладно, сейчас мы туда побежим, соберем. Так же, ребята. Я тут уже выделил новое место для нашего второго сада. Нет, точнее... Тут у нас первый, второй, третий, четвертый. То есть тут у нас яблоки, тут у нас сливы, тут у нас... Так, я запутался. Вот, нет. То есть вот тут, знаете, просто такое... вот эти ходы, если так вот повернуться 10 раз, ща, так по кругу, то путаешься, куда бежать, да? Если, конечно, дом не... Ой, опять, вот, если дом не заметишь. Тут у нас будет третий сад по счету, тут у нас, знаете, что будут? Вишни. Черри, я их нашел, они были возле музея, как раз там одно деревцо так тихонько себе там росло, знаете, я как раз его хотел срубить, потому что места не хватало там, ну, короче, мешало для построения нашего музея, но сначала я себе забрал немного вишен для того, чтобы хватило нам мест. Ну, в смысле того, чтобы можно их было посадить. Так, секунду, ребята. Что-то я запутался. Я просто сейчас не знаю, что мне сделать. Во-первых, у нас есть Dragon Fruit, у нас есть пекан. Сначала вот это мне нафиг не нужно. Мне нужно 6. Вот как раз 1, 2, 3, 4. Да, 6. 6. Замечательно. И у нас там еще что-то было. Я помню. Точно, у нас же еще груша есть. 6 штук груш нам нужно. И плюс к тому у нас еще что-то там было. Я помню 1000000%, что у нас еще что-то там было, но я не помню что. И, ребята, у меня что-то выкинуло. Я тут, короче, какую-то тусовку пати наблюдаю с танцующими сундуками и хилками. Ну все, уже вроде прекратилось. Видео знает, что это вообще было. Но я извиняюсь за то, что вылетел. Я не знаю, почему я открыл бэкпак, и у меня вылетело. Вот сейчас нормально. Ладно, пофиг. Тут ничего у нас нету. Короче, профукал я наши
персики. Я помню, я 1000000% помню, как они выглядят, но... Нет, это не то. Но их у нас нету. Короче, профукал я. Пекан. Ладно, 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 ладно. Не сейчас, тогда потом. Может, может еще найдем. Так, ладно, вот так, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, поднимаем. Это ставим обратно сюда. И потопали, ребята, новый сад мы себе сейчас сделаем. И в этой серии я объявлю новых людей, которые попадут в музей. Их в этой серии будет или 2, или 4, или 5. Давайте сначала не об этом, а давайте сначала посадим. Так, один. Тут у нас что будут? Тут у нас груши будут, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замечательно. Так, тут у нас будут, значит, груши, а тут у нас будут вишни. Так. Нифига себе, ребята, у нас сад потом будет. Тут же... Ой, опять выпал, нормально. Тут же у нас куча... куча деревьев, которые мы еще можем посадить, и это, в принципе, нормально. Тут, если честно, наверное, все потом нужно осветить. Давайте даже сейчас уже немного осветим, чтобы было видно хотя бы. Хотя бы как-то. А то ночью вообще нифига не видно. Ладно, давайте сначала идем поспим, и потом пойдем в музей. Вот так. И всегда забываю, где у нас вот эта кровать. И плюс к тому, я как не объявил, не обновил музей, то есть там есть новые построечки. Короче, внутри, ребята, внутри уже все полностью доделано. Там есть, конечно, еще немного незавершенные вещи, в том смысле, что там еще есть спуск вниз, то есть в подвал, где у нас будут еще больше покемонов. Но я это еще не доделал, я только доделал первый этаж. Какие планы на следующие серии? Сейчас я покажу музей. В следующих сериях я уже распределю все по нашим сундукам, потому что вещей просто хлам, сколько много, куча. И даже там я уже, если честно, я в этом везде путаюсь. То есть нужно нормально. Тут блоки, тут ресурсы, тут хрень. О, вот, надмег. А я их ищу, твою ж мать, а. А я их ищу, где они. Вы вот видите, поставил, забыл. А если бы тут были таблички, то хрен бы забыл. Ну ладно, вот с этими крыльями, да, так спускаемся. А, нам нужна кожа. То, но кожи у нас, походу, нету, потому что я... О, давайте возьмем, чтобы лучше у нас было. Но кожи у нас, походу, нету, потому что я ее использовал для того, чтобы сделать себе бэкпак. Вот там вроде еще немного ее... должно было быть. Так, случайно поставил. И вот смотрите, смотрите на прицел. Я нажал на сундук, а оно лечится. В принципе, фиг его знает почему. Так, ладно. Нет, кожи у нас нету. Или я просто не вижу, или нету. Но, в принципе, даже если у нас там есть 5 кусочков, это не хватит, поэтому нужно потом поубивать еще парочку милтангов. Так, вот так замечательно. Это сюда, еда вот сюда. И можно пойти потопать. Так, чуть-чуть тихо. Вот так. Ну, побежали. Обновленный музей. Обновленный, много чего. Вот там как раз милтанки. Есть балкончики, есть уже новые построечки. Так, не смотрите. Не нужно пока что еще смотреть. Вот эти чурки пока что между собой сражаются, поэтому потом. Вот тут я еще сделал фонтанчики. Ну что, забегаем. На входе я еще ничего не менял, но все же. Тут забегаем. Тут я статуи поставил, компьютер, чтобы тут можно смотреть. И смотрите, ребята, какое охрененное чудо тут в нашем компьютере. Компьютере. Музей. Тут есть дорожка, красная дорожка, знаете, чтобы музей смотреть. Плюс к тому я поменял конченые, подиумы для покемонов на такие прям красивые. Я отделил каждого от другого, точнее, я поставил место для каждого покемона, чтобы... Первый был чуть-чуть меньше, стоял слева, потом вторая эволюция стояла справа уже чуть-чуть больше, и третья, последняя эволюция стояла на самом таком большом месте, чтобы было видно. Вот тут. Потом Пикачу, Блазикен, Фанпи, Старавия, Гротл и Кадабр, да. Давайте все подробно рассмотрим. Полностью все. Что вы спросите для этого? У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А это для того, чтобы сюда запихивать фосил покемонов. То есть, знаете, это как в настоящем музее. То есть, знаете, все так за стеклом. То есть, редчайшие экземпляры у нас находятся за стеклом. Для того, чтобы даже не прикасаться. Вот, я приду, на тебе. Ой. На тебе, Старли. А вот тут нет, тут же у нас фосил покемоны будут за стеклом. То есть через стекло смотреть даже к ним прикоснуться нельзя. Тут я все делил вот такими полублоками, чтобы красиво выделить, что, смотрелось, чтобы не было много пустого места. И также вокруг я отделил вот это все листвой. Тоже, чтобы было какое-то ощущение, что это находится там, а это с другой стороны, они все в куче, и также, чтобы не было пустого места. Ну, 8 штук вот этих за стеклом я уже объяснил, это для фосил покемонов. Тут у нас, ну, небольшой такой сад, то есть нужно было как-то забить вот это место, я не знал, что сюда запихнуть, и вот тут такой небольшой, ну, не знаю, травичка, короче, да. Тут у нас вот эта хрень держит наш второй этаж, ну как второй этаж, балкончики. И вот тут новые покемоны. Вот и балкончики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть смотрите, на этом первом этаже у нас уже будет на 6 покемонов больше. То есть 6 балкончиков. Вот такой, то есть это не второй этаж, то есть не прямо вот тут все отделено, первый этаж, второй этаж и подъем ступеньками на второй этаж. Это все первый этаж, но просто это отделено, не отделено даже, а просто балкончики на первом этаже. Да, ну вот такое. Тут смотрите, как я прикольно сделал. Тут у нас будет покемон, тут. И смотрите, какой охрененный мод. Ой, вот тут дырка, что ли? Дырка? Где дырка? Не знаю, где-то там был. Ой, во-во-во, дырка. Ну да ладно. Это, знаете, как в фильмах, то есть где-то на островах, то есть через большие каньоны или через большие дырки, не дырки, а через ямы над водопадами, знаете, вот такой, на одной стороне подвесной мост, вот как это называется, то есть с одной стороны он подвешен, вот, веревками идет подвесной мост, и с другой стороны, да что ты падаешь, и с другой стороны тоже подвешен, да, то есть вот такое. Я не делал, то есть ступеньками, да, как это в принципе всегда делается в Майнкрафте, а обычным таким блоком. То есть зачем пролеживаться итемом, которые офигенные, которые находятся в гейм-моде, и с помощью модов я их установил. Зачем я тогда вообще устанавливал, если я их даже не использую, да? Тут, в принципе, тоже такой мостик. И все. Тут у нас будет 3 покемона наверху. Так. Фу. Приступим. Давайте я открою свой блокнотик, чтобы посмотреть, кто у нас там записан. Так, сейчас, секунду. Я так могу открыть, чтобы просто не сворачивать. Текстовый документ. Смогу, отлично. Ребята, объяснение для вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 человек у меня записано в блокноте. То есть, если подумать, 28 человек попадут в музей. Я добавляю в одной серии по 2, по 3, по 2, по 3 статуи. И 2-3 человека добавляется в музей. Вы подумайте, если у меня уже в данный момент в блокноте находится 30 человек, которые уже 100% попадут в музей, а если я добавляю только 2-3 человек в музей за серию, сколько вам нужно времени, чтобы попасть в музей? Я все понимаю, многие люди уже пишут, что они активно комментируют, и что они хотят попасть в музей, если они действительно активно комментируют, то я их добавляю в музей. Но вы, то есть, кто пишет, что много комментирует, вы уже можете даже находиться в этом блокноте, но вы просто не знаете, потому что я еще раз говорю, в блокноте 30 человек, а я добавляю в серии 2 человек. То есть, сколько это нужно серии, чтобы добавить 30 человек? То есть, вы можете находиться, например, вот ты, да, сейчас смотришь и слушаешь. Ты находишься, может, на последнем месте в блокноте, но ты уже там находишься, то есть, ты уже 100% попадешь в музей. Но не сейчас, не через 2, не через 3 серии, а через, может, фиг его знает сколько серий, потому что ты на последнем месте, и я не добавляю по 50 покемонов за одну серию в музей. Поэтому тоже, знаете, нужно ждать. Но ладно, давайте приступим. То есть вы продолжаете дальше комментировать, но не нужно писать, что вот я не попал в музей, Эдисон меня не замечает, я никак не попаду в музей.
Ты уже можешь находить, ты, может, уже находишься в подсознании музея, то есть в блокноте, но ты еще не можешь сюда попасть, потому что очередь, да. То есть нужно дождаться своей очереди, можно и так сказать. А, дупло ведьмочки. Она меня попросила поменять ее имя на Елизавета Евсеева. Ладно, сейчас мы поменяем, потому что, да, дупло ведьмочки как-то... Елизавета Евсеева. Евсеева. Кто-то меня еще там просил поменять имя. Ну, ладно, то есть... Ладно, давайте добавлять. Кого я еще не добавил? Magikarp Gyarados. Потом... Ой. Мать твою за... Ох, это нужно полностью выходить, твою ж мать. Вот эти злагивания кумарят просто. Ладно, ребят, сейчас перезайду. Так, ну что, давайте сейчас попробуем. Я перезашел. Да, вот сейчас работает, твою мать, а. Так, Марил, да. Марила еще нужно добавить. Сайтера еще нужно добавить. И вроде все. То есть Марил и Сайтер. И Magikarp, да. Ладно, давайте добавлять. Марил. Давайте сначала вот сюда, в принципе. Марил, вот. Давайте где-то вот такого. Вот, Марил. Или чуть-чуть даже больше потом можно. Ну, в принципе, даже не потом, а сейчас. Марил, сюда. Кого? Сайтер? Нет, Сайтер. Так, да, он пишется, да. Ну, давайте какого-то вот туда. Тут Сайтер, тут Сизер. Или тут Сизер. Да фиг его знает. И ну, тут Magikarp, ребята, у нас будет валяться. Потому что по-другому я никак его не могу сделать. То есть, да, его нужно в воду поставить, чтобы он вот так не валялся. Но все же, куда я тут нафиг воду налью? То есть, все у нас подиумы будут вот так нормально выглядеть, а Magikarp какой-то особенный будет в воде. Знаете, как-то пофиг. То есть, пускай будет вот так, да и все. А тут давайте уже сразу Гюардоса поставим. Только не знаю, его нужно каким-то... Гюардос. Каким-то... Ой, а я его что, боком поставил? Вот так. Нет. Да твою, вот эти звуки, а... Да прекращай ты! Так, ладно, это происходит, да, когда телефон рядом стоит возле компьютера. Я это знаю, но все же. Так, ладно, давайте. Все, ты уже стоишь, только тебя вообще прям... Это микроскопический Гюардос. Да, в принципе, нормально смотрится. Как раз так красиво, не очень большой. Ну что, приступим. Первый у нас идет в списку тех, кто попадет в музей. Давай я тебе, в принципе, добавлю. Да, Марила, пофиг, да? Вилька, поздравляю, ты, в принципе, очень активно комментируешь, я тебя всегда замечаю под каждым видео, продолжаю в том же духе. И если ты остановишься и не будешь дальше продолжать комментировать, то я прошу прощения, но я тебя уберу с музея, сам знаешь почему. Но я надеюсь, что ты не перестанешь, потому что ты действительно очень активный, за что тебе действительно спасибо. Так, на Сайтера у нас попадает, кого бы добавить? Давай тогда, Вилька, я тебя уже вычеркиваю с нашего списка, то есть ты уже попал. Дальше. Ну, давайте. Так, ща. Дупло ведьмочки тебя тоже вычеркивают. Тут было записано, чтобы тебе имя поменять. И потом, ну, давайте, я не знаю, добавим... Допустим, давайте Допса добавим. Допс. Вот так. Тебе, в принципе, тоже большое спасибо. Ты активно комментируешь и также продолжай дальше делать. Если перестанешь, то выгоню с музея, но я, ну, как хочешь, то есть, но лучше, чтобы ты продолжал комментировать. Я вот как раз сейчас то, что задумался, что я хотел объявить новую идейку, как нам прокачивать покемонов, но все же я это сделаю в следующей серии, потому что сейчас я долго не хочу тянуть, потому что я уже объяснял, что нужно делать серии до 20 минут, то есть, чтобы даже серия была 19 минут 50 секунд, но до 20 секунд. Я извиняюсь, что серии будут не такие долгие, но я объяснял, что если серия до 20 минут, она загружается за час, а если серия 21 минуту, то она загружается за 4 часа, что, в принципе, очень большая разница, я не знаю, почему минут на 2 минут на серии, так, ну, если на 2 минуты больше, то такая большая разница. Но лучше на 1 минуту, на 2 меньше посмотреть, чем на 3-4 часа дольше загружать. Я думаю, ребят, вы все согласитесь. Так, Допса я тоже удаляю, и давайте добавим
бум 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 бум. Так, сейчас, ребята, я смотрю просто. Давайте добавим. Кирилл Афанасьев. Так, давайте, ты будешь наш Гюардосом. Кирилл Афанасьев. Сейчас я посмотрю, правильно Афанасьев. Вроде правильно написал. Вот, ты у нас будешь микроскопическим Гюардосом, потому что он микроскопический больше, чем все Энормусы вот тут. И за что тебе действительно большое спасибо. То есть... Три человека в этой серии попали в музей, я показал музей, в этой серии мы ничего не делали, это была такая ознакомительная серия, то есть я показал наш сад, показал, как я переделал музей. Ребята, это очень большие затраты времени, чтобы это все сделать, то есть это кажется, что тут ничего нету, но это действительно сидеть и пару часов париться. Так, ну что, ребята, давайте на этом заканчивать. То есть, ознакомительная серия, большого я чего-то не сделал, но в следующих сериях мы уже, наверное, будем приступать к... Каким-то, твою мать, опять на букву R нажал, меня выкинуло. Так, ща. Вот. Ну, в следующих сериях я уже сделаю себе кучу покеболов, и, ребята, у нас уже начнется большая охота на покемонов. Давайте на этом заканчивать, ребята. Ну что, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ребят, не забываем, что вам не только нужно комментировать, чтобы попасть в музей, а также активно ставить лайки, потому что я замечаю, что уже набирается больше комментариев, чем лайков. И, в принципе, даже если вы комментируете, но не ставите лайк, вы и так не сможете попасть в музей. То есть вы сможете попасть в музей только если вы активно ставите лайки и комментируете. А если вы только ставите лайки, а не комментируете, вы не сможете попасть в музей. И также, если вы только комментируете, но не ставите лайки, вы тоже не сможете попасть в музей. Поэтому, ребята, и комментируйте, и ставьте лайки. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.